Видали? Видали? Лесник-то что заставляет делать? А? Готовимся! Это не лесник. Тяжелому! Серый двин составляет. Ну, это как покажешь. Тяжелому это как покажешь, дню. Андрей Вологда заставляет быть сковородки. Ну, что сделать? Кому легко? А то, бляха, тут и оставят ведь такое дело. Отсюда я не выберу. Не жарко спать было? Нет, с рыбашкой хорошо. У нас же без прехи. Мало того, на вездеходе лесник установлена система поддержания уровня горизонта. Видите? Это сейчас так называется спускающиеся колеса. Все колеса! Все колеса спустили за ночь. Как дома на кровати. Ребят, ну что, весь лагерь уже забрался, все уехали. Одни лесники примерзли колесами. Примерзли, не могут стронуться, палят сцепление, дым идет. Ну что вы, решиться не можете никак. Мы замыкающие, ждем последних. Не надо нас ждать. Вот, шерпы стоят, ждем их. Шерпы никогда не стоят, шерпы прут. У нас утренняя подтяжка цепей, ребята. Машинки на машинках, на обоих цепи новые. И активно тянутся. Какое-то время они будут тянуться. Но мы никуда не торопимся. Вот начало болота, и уже в начале болота кто-то сидит. Так что долго запрягаем, быстро едем. День обещает быть интересным. Да, день будет интересным, будет много видео. Не переключаемся, смотрим. Кстати, доброе утро. Ну что, ребята, мы готовы, в принципе. И тут местечко такое поганое. Как бы нам его проскочить. Так, ребятки, догнали мы все вездеходы. Выехали в них где-то на полчаса позже. Пока собирались, пока цепи подтянули. Но, как видите, долго запрягаем, быстро едем. Как оказалось, наша лошадь не так уж медленно и скачет. Не жарко. Разведка боем, ребят, прошла.
болтается колесо у Сан Саныча вроде. Так, надо где-то по суше встать. Вот экипаж, ребята, который болото вообще первый раз видит. Вернее, на болоте первый раз находится. Первый раз, да. Да. И очень, очень успешно едет. Ну что ж, будем двигаться дальше. Сан Саныч, ремонт будет? Нет, нормально все? Ну, отлично. А просто видишь, снизу много, а сзади колеса спустило, где надо, здесь будет придавливать. Мужики испугались, что они болтают. Ага. Я просто закрыл так, спустили. Попробуем дальше. Первый раз в болоте. Матизавр, да? Да. Он не был в болоте вообще. Ну, был он там такой, но в болоте в Маховом не был. Ага. Но я второй раз. В смысле, на этом везде ходит. Ага. Все в сборе, все нормально, ремонта никакого не нужно. И слава тебе, Господи. Это неизвестность. Да, вот наши уже первый раз болотоходцы уже самостоятельность проявляют, уже самостоятельно выбирают дороги, пробуют. Появляется дух от своего открывательства. Да, да, да. Им уже интересно, как пройдет, чего пройдет. Мы не будем шишки выбивать.
Отлично. Вот так, ребят, настоящие вездеходчики, только в таких тапочках ездят. В ров не поехали. В ров-то не поехали, а? Читеры. Да. Нету, ребята, кадров клевых. Лесник экстрим едет. За рулем Андрей Вологда. Производитель этих вездеходов. Вот вездеход идет. Двуногий. Двуногий вездеход, да. У меня модная шапка из Яка. Вообще. Ну все, товарищи, на шлем по лодке. Не скажешь. Все. Почему-то, конечно, кошка. Там перед. Да, Мишка, вот когда-то мы будем старичками фигарить на вездеходе. И нам вот это вот респект вам, да? Да, какие молодцы. Ну вот, ребят, будем пробовать вот такой вот вид тоже. А мы нам потом... Все по вашим желаниям. Вы просились вид спереди, будет вид спереди. Это самый первый ряд, ближе не спит. Да, VIP места у вас, ребят. Вы даже раньше нас видите дорогу. VIP-овые места. На крыло, вставай вот сюда. Вот. Заходи на крыло. Там ручка есть, держись. А тебя куда везти-то? Так, а до лесника, где? А, до лесника? Все, у нас не тут. Thank you.
на ходу. Не-не-не-не. Пересадка на ходу, ребят. Давление до 40 и потихоньку. Не рвите ковер в натяжечку. Ребята, что, первый раз на болоте, 10 моточасов на вездеходе, но учатся. Нормально все у них получается. Мы их просто кинули в воду, как детей учат плавать. Кинули. Хотите на сухом ночевать? Выбирайтесь. Лучше всего работает. Ну и несколько дельных советов. Посмотрите, ребят, какое шикарное озерко с кувшинками. Сосны, ковер. А, прям стой, лови окушка, да щучку. Мы, может, где-то на озере и будем стоять. Еще вчерашний чаек. О, горяченький. Я заполняю расходную кружечку, чтобы с термос постоянно не тормозить, не набирать. Оп. Хорошо. Вот такую кружечку ее удобно раз закрыл, открыл. Ну, это вот Тайгер
сайте кемпинг.ру можно купить со скидочкой нашей по промокоду. Как-то так. Пусть полезно. Как? Герасим. А? Зеркала. А зачем нам зеркала? Мы назад не смотрим. Обернуться? Вообще. Обернуться? Не, не смотрим назад вообще. Блин, вот клочочки у вас маленькие. Не встать. Страшно. Клычочки маловаты. Ну вот, ребят, вот такая тут у нас лютая жижа. Товарищ лесник, прибавь в ходу. И лидеры нашего похода — лесники. Красавчики! Молодцы, ребята. Все, ребята, едем дальше. У нас сейчас будет остановочка на обед. Господа, назревает первый бунт и мятеж. 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 Мятеж, мятеж. В общем, вот куча вездеходов встали в болоте и питаются. А мы тоже хотим питаться. А нам сказали, что мы до леса доедем. А до леса нас не довели. Мы сами стали в болоте. И не пускают. Да, мы поедем. Собаки вроде. Так, ребятки, ну как я и говорил, мы встали покушать. Сейчас быстренько сделаем пельмень. Да не, не пельмень, бутерброд, ребят, сделаем. Сыр у нас растаял. Сыр у нас растаял. Блин, колбаску убирал. Недалеко. Ну такой нож нам сделали ребята из стальных бивней. Это наша гильза, которую мы на Аршинском пху нашли. Ссылочка будет в описании на ножи. Так, вот, ребятки, готовим очень простое блюдо. Это вот такие мексиканские лепешки. В них соуса, по желанию, сыр и колбаска. И все это на гриль. На гриль кладем вот такой коврик несгораемый. Он тефлоновый, к нему ничего не прилипает, и гриль остается чистым. Собственно, вот тот гриль, который почему-то все хаяли. На нем очень хорошо готовится, все так же. Он очень компактный. Ну и купить его можно будет по ссылочке в описании. Также с нашей скидочки. Ребят, у кого есть грили, у грил или другие грили какие-то, вот, вот такие вот коврички. На нем можно и приготовить, и поджарить мясо, и яичницу сделать, и блинчики пожарить. В общем-то, она не пригорает абсолютно, и гриль у вас всегда чистый остается. Ссылочка тоже в описании на него будет. Очень удобная штука. Стоит сущие копейки абсолютно. 200 рублей, там 300 рублей. Народ, обкатываем наш новый термос. Двухлитровочка. Держит вообще отлично. Вот наш прошлый зажируша, конечно, держал похуже. Может, из-за объема он был 1,4 литра, этот 2 литра. Но этот все равно гораздо лучше. Обжигает утром. На следующий день вот чай наливаешь, он еще обжигает губы. То есть особо так не похлебаешь резво. Сейчас мы лепешек доготовим, чтобы нам потом будет перекус какой-то. Мы быстро достали с чаем. Чоп-чоп-чоп. Вообще вот так вот утром надо. Раз на день наготовил 12 штук. Сложил. И целый день кушать есть. Вечером уже что-то там приготовили. Так захотел кушать. Раз достал лепешечку. Съел. Погнал дальше. Все, ребятки. Закончился наш перерывчик. Будем ехать дальше. У кого-то там были ремонты. О, стой, Миш. Да. Во, ребята, я пойду проверю, держится ли наша резинка, которую мы приклеили. Где она тут? А, вот она.
все, резинка держится. Резинка держится. Приклеили мы специально на место сгиба ее сюда вот. Там, где колесо больше всего гнется. Это самое, то мы уже, наверное, вам расскажем, где можно что взять. Вот. И, конечно же, со скидочкой по промокоду Герасимшин. Вот так. Вот, а проехали мы уже километров, наверное, 12 по болотам. И жижи были, и торфа, и по бревнам попрыгали. 100 километров по грунтовке, где колеса также мялись, гнулись. Да, и километров 12-13 по болотам прошли. Посмотрим, доедем, вот 150 километров эти пройдем. Если все будет держаться, то значит оно имеет место быть для ремонта колеса. Быстрого ремонта. Все, поехали. Колесики спускайте и на первой передаче медленно-медленно пробуйте. Да, все отлично идет. Ну, ребят, совершенно нет опыта, они всего 10 моточасов накатали и болото видят первый раз вообще. Вот видите, вот эта ошибка, когда они начинают пытаться поворачивать и рвут ковер другим бортом. Надо просто машине не мешать выезжать спокойно. Да, она спокойно выедет. И они решили совсем его засадить. Рыть вот это вот не нужно ничего, конечно. Ну вот, прошло 2 минуты еще, и он уже ушкрябывается. Куда-то. Эти ребята опять же пытаются вывернуть как-то, но это опять ошибка. Так не надо делать, надо было дать выскочить на кочку вездехода, а потом уже оттуда рулить. Они сейчас будут по кольцу здесь крутиться в лужи. В любой машине надо уметь ездить, надо знать нюансы вождения. Потихоньку вышкрябывается. Я специально не помогаю, не подергиваю, чтобы ребята сами поняли, научились, как выезжать, что можно делать. Ну все, ребята выехали, вон они. Сзади едут. Ошибки у них были следующие. Во-первых, они пошли по следу, который пробил уже на них кон шерпа. И потом они совершали ошибку при выходе из окна. Заезжали на него одним колесом, и их мотало по кругу. Крутило, так сказать. Сейчас идти сложнее всего, мы идем по прорубленным колеям уже, здесь уже прошли 8 вездеходов или 9, только что, и он закончился. А? Опыт штука такая, вон они уже едут, научатся всему. К концу путешествия буду шпарить по болоту только в путь.
кто-то сломался, да? Вас издаст. А я смотрю, палатки поставили уже, здесь ничего еще? Нет, ничего, говорит, не планирую. Там столько рыбы, что можно будет ночевать. Как, ваше ничего? Кто сломался? Сан Саныч, варить будем. А, Сан Саныч варить. Как же мы в походе без сварки-то, без Горгощановской? Конечно, есть, да, Горгощановская сварка? Две. Сейчас как раз посмотрим, что это за зверь. Есть две. Вот, ребята. А, да, сварка, которая варится Алексей Маратович Горгощан, как раз ребята вот сейчас ей варят тоже. А что это за проволока, кстати? Сопротивление. Ну, я понимаю, а из чего? Стальная, просто стальная проволочка, да, и ей подбираете. Трёшки, да? А можно тройку, можно двойку. С трех аккумуляторов, вот они поочередно сделаны. И просто два держачка. Все очень просто. Рыбку половить. Дубасит, да? Пошли, Миша, ловить рыбу. Пойдем-ка мы, ребят, тоже половим рыбку. Да, про рыбалку. Ну что ж, ребят, вот вы все просили, чтобы у Мишки была камера хорошая. Вот у него совершенно новая камера Sony HDR-AS300. Точно такая же, как у меня, да. Теперь вы будете от него тоже крутые видосы видеть в хорошей картинке. Я вам хотел показать сумочки от Микадо, вот такие у нас рыболовные теперь, чтобы нам не бегать каждый раз к ящику, еще куда-то вот. Сюда все раскладывается, сейчас я подгружу блесенок себе запас и пойду ловить рыб. Магазин Fishing Shop Pro снабдил нас вот такими вот, вот таким набором приманок. Я думаю, для окуня у нас пойдут вертушечки. Что-то вот такое, наверное. На тебе, Михаил Юрьевич. Благодарю вас. Да, все, я взял запас блесенок мелких как раз для окуня. Собственно, вот такая вот сумка. Вот так вот она через плечо одевается. Застегивается на поясе. Подтягивается, когда вам не нужна сзади. Надо что-то достать. Повернули, раскрыли, достали, поставили наживку или зевник, или экстрактор. И закрыли обратно. Вот. Сюда же наши кружечки, тормозки цепляются. Вот кармашек сбоку. Вот так. Вот чехлы тоже микадовские. Ну, микадовские же спиннинги. Все это можно приобрести в магазине Fishing Shop Pro и получить еще нашу скидочку по промокоду Герасимшев. Это вот удилище, которое лайтовое, на котором мы ловили рыбу на Кольском. Также будем ловить и здесь. Ставлю такой микадовский поводок. Вольфрам. Из вольфрама. Очень тоненький. 10 килограмм держит. Потому что может взять и щучка. Поводок нужен. Пошел на рыбалку. Это озеро нам, ребят, встретилось на пути просто. В связи с тем, что идет ремонт, мы решили половить рыбки. Ветерок под этим берегом. Что-то, ребята, есть. Что там у нас интересно такое? Хорошее что-то. Что-то у нас хорошее тут. Опа. Ага, бревно. Ха, отрепыхается, как рыба, зараза, а. Кол, ребята, поймал я. Волнение и такое ощущение, что там крокодил попался. Ну что ж, вот стоит Герасим Васильевич. Пока ничего Герасим Васильевич не поймал, только кол он тот поймал. Огромный кол. Ну это вы наловили дров, да, друг мой. Ловлю я той же палкой, что ловил на Кольском. С тестом 3.15, длиной 2.10, микадо.
от магазина Fishing Shop Pro. Спасибо ребятам за хорошую удочку. Сильный ветер, конечно, поднялся, но... Так, ну вот, ребят, примчалась за блесной прям целая стая окуней. Сейчас я еще раз вам покажу. Прям вот подергал, и один поймался. Дай. Дай, как засадил себе крючок, посмотрите-ка. Сейчас вытащим крючок мы из тебя. Во, беги. Беги домой. О, что-то есть. Das ist ein Okunь. Das ist ein Gut. Эх, жалко ты маленький такой. А то бы мы тебя съели, а так отпускать придется. Это есть. Все, беги домой. Зови, не знаю, там, бабушку, что ли, какую-нибудь. Ну, как газует. Ну, вот ребята ловят на поплавочку окуней. Не лови больше, а? Что такое? Я уже устал чистить. Коптить будем? Уха варить чистить будем? Мелковат такой кушок-то. Так, ребят, у меня кто-то клюнулся. А, окунь. Вот, смотрите, какой у меня клюнулся окушок. Колючий гребешок. Эх, здравствуй, окунь. Что ж ты такой некрупный здесь? Ну, красивый зато, не темный. Обычно в торфяных там каких-то таких озерах он такой. Ну, такой уже горбатенький. Беги домой. Так, я думаю, самое время попить чайку. Хорошо. Все, забыл с собой экстрактор, пользуюсь пассатижами. Ничего, тоже работает. Что, ребятки, вот у нас Мишка отличился, половил окушков на самую простую блесенку. У меня была одна щучка, ударила, но я не снимал, и она тут же сошла с незацепляйки. Так что вся рыбалка впереди у нас будет. Очень хочу вам сказать, что сумочка просто бомба. Да, Миша, неудобно? Как хорошо, очень удобно. Чаек. Да, чаек, все, что это самое. В другой карман рацию можете положить. Офигительно. Одел. Очень приятно пользоваться. Да ведь все, короче, меня спас. Я тоже, кстати, вот флиска фентриловская, да, и на ветру, и не холодно. У нас под ней только вот термуха одета и все. А температура где-то градусов, наверное, 7. Да, не продувается, достаточно хорошо, плотно. У меня, видишь, что тут уже сразу? Да у тебя там вообще все. Экстрактор, плоскогубчики. Мордаста все. А что ты не набрал? А? Я тебе вроде положил, я тебе что-то сложил тоже. Ты не проверял даже. Нет, я положил себе, видишь, что экстрактор. Зимник. Я тебе взял с собой. Ремонт почти завершается. Недолго проживет, у нас будет еще остановка, да? Давайте на другое озеро поедем. Дорогой Герасим, я рад вас приветствовать по дороге на Кожеозеро. На Кожеозеро. Мы едем-едем и никак не доедем. Да. Ну, я надеюсь, мы доедем. Кто-то сломался, кто-то пристроился, кто-то мы того вытащили. Да. Короче, да. Время 3 часа, а мы проехали 16 километров, нам надо 50. Да. Поэтому все грустно. Сегодня будем ночевать где-то... Похоже, где-то на болоте, да. На болоте. Ну, или на озеро, может, доедем. Ну, все равно какое-то место будет сухое, но тем не менее. Да. А у меня лучше, шапка... наверное, до озера доехать. Мы бы тогда пораньше проснулись, мы бы половили. У меня шапка с яка. Мы вот с монголами дружим. Носки с яка. Ой-ой-ой. И морда как у яка, врагов только нет, а так все нормально. Так, ну вот, ребят, привал закончен, машину починили. Начинается движение. Все довольны, все хотят ехать. Все, довольный Герасим Васильевич идет. Да, только что обсуждали наш клей, который безумно хорошо держится, ребят. Это что-то, конечно, я в шоке. Я у шоке, и, наверное, все вездеходное движение будет у шоке. Насколько просто можно ремонтировать колеса. Что там вездеходное движение? Я в шоке. Ай-яй-яй, ребятки,
Виллис, давай заводись, работай. Едь, рули. Все, ребята, опять поехали мы туда же, на это же озеро, где ловили сейчас рыбу, потому что все-таки не устранили неисправность, и будем там ночевать, и сейчас будут там варить, ремонтировать, все это дело делать. Все машины вон возвращаются обратно. Ну, как бы, а мы с Мишаней сейчас заправимся, машины заправим, вездеходы. А что вы тут делаете? Вот он, матрос. Попался? Все. О, да тут у меня еще и клюква есть, оказывается. Какое себе место здоровское нашел. Ну все, теперь рыбы наловлюсь и клюкву наемся. Так, ребятки, продолжаем ловить. Оно продолжает не ловиться. Что-то и мне зацепилось. О! Есть окушок. Не крупный окунь. Окушок не крупный. Так, ладно, ребят, надо завязывать с такой рыбалкой. Во, ребят, тем временем дело двигалось к закату. Посмотрите, какая красота. Ярко-оранжевое солнце вываливается сверху. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.